Мария, подожди. Как вам живется в Беларуси? Хорошо, сынок. Лучше нигде не живется, потому что люди от дурости волнуются и беспокоятся, и обижаются. А еще вот я иду, и моя душа радуется, все цветет и пахнет. Правда? Да. Правда. Очень-очень хорошо. Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко. Мы любим свою країну. Ну, что еще додать? Вельми чудовная. Она вырастила многих выдатных людей. Например? Разные письменники. Письменники, да. Поэты. Спортсмены. Сам вельми подобается творчесть Кондрата Крапивы. В общем-то, хорошо. Но если не трогать политику, то меня все устраивает. То есть что тебе в Беларуси подобается? Что? Челки? Да. Нормально сказал. Хороший, нормальный президент, все хорошо делает, всегда всего хватает нормально. Живется хорошо, но я хочу отсюда все равно уехать. Неплохо живем, вот так, слава богу. Что да. Мир, тишина, покой у нас. Красиво, да. Чисто. Поэтому так что не да. На что обижаться. Не обижаться, нет. Слава богу, пусть будет во всех так, как у нас. Не ведаю, что мне подобается здесь. Мне ничего здесь не подобается. Страна хорошая, красивая. Город довольно-таки красивый. Работа есть, не безработная, поэтому и нормально. Бабла пока, покуль нема. То есть, треба искать некую працу. Здесь обзираюсь по налогам, коли ты индивидуальный предприниматель. Сами зарплаты маленькие, а каштуюсь многое, вельми, вельми шмат. Нормально, но могло бы и лучше, я думаю, житься. А что треба зробить для того, как лепить? Поменять людей там сверху. Да. Я думаю, половина дела в менталитете нашем. Ну и другая половина это уже те, кто наверху, заведует всем. Не будь дураками, надо смотреть и надо знать, что мы живем и все боремся за эту жизнь. А жизнь эту надо прожить умело, а чтобы еще у нас было, надо каждому человеку работать. А ждать, что кто-то где что-то даст, то, конечно, мы богатые не будем. Может, в новостях будет, не? Будет, але в интернете только. В интернете, добре, бо моя внучка поглядеть. Як вам Беларусь? Еще раз? Як вам Беларусь? Беларусь красивая, замечательно, нравится все, классно. Мы только вчера приехали из России, поэтому нам нравится. Да. Что можете сказать про Беларусь? Очень добрые люди. Очень добрые. И очень вкусно кормите. У нас рубли, у вас тоже. У вас просто больше как бы нулей. Нам интересно посмотреть вот и все. Здесь лучше, в Беларуси. В Москве не знаем город, ничего. Мы здесь родились в Беларуси. Это хорошо. Здесь батька наш, Лукашенко. Сами выбираем, как нам жить. Здесь как бы, тут никто. Кто-то хочет, вот как я, ходит в лодке, гуляет. А кто-то грустит. Как сказал Боб Марли, кто-то мокнет под дождем, а кто-то им наслаждается. Так что все круто. Благодаря нашим родителям, которые погибли за эту страну, мы теперь доживаем и должны честь и гордость ее соблюдать до конца своих дней, пока мы будем жить. Не плачьте, все будет добре. Вы еще молодые, берегите свою молодость и берегите нашу страну.